братьев и сестер, кто открывает свое сердце для других. Боже, прославься, возвелиться во имя Иисуса Христа. А также в это утро, Господь, мы благословляем наших детей. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем служить Тебе, Господь, вместе с нашими детками. Боже, мы благословляем их, Господь, Твоим отцовским благословением, чтобы Твоя благодать, Твоя охрана, защита, Господь, пребывала на каждом. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и Твое могущество. А также в этот день, Господь, мы согласились молиться за тех, кто борется с коронавирусом во имя Иисуса Христа. Вирус, Ты не имеешь никакой власти. Мы разрушаем всякое Твое действие. Раба Сара Лего Фандера Легисея. Рима Сантара Легишия, Господь, мы проглашаем Твое могущество и Твою славу, Господь. И мы на руках молитвы приносим каждого, кто сегодня взывает Тебя о помощи. Я молюсь, Господь, чтобы коронавирус не имел никакой силы и власти над народом Божьим, над теми, кто уповает, над теми, кто просит, над теми, кто обращается к Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. А также приносим неверующих людей, Господь. Боже, яви себя в силе и славе, Господь. Боже, мы призываем особую благодать на медицинских работников, Господь, чтобы была охрана, защита на них, Господь. Боже, благослови каждого из них. Лирама Сара Легофандера Легесея, Господь, веди их и храни их, Господь. Направляй и защищай, Господь. И дай мудрость, Господь, принимать те решения, которые будут благословенными для людей, Господь, чтобы народ не умирал, Господь, но чтобы народ переживал Твою благодать и Твою милость и Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, и через эти обстоятельства утверждай веру, Господь, утверждай свое царство внутри каждого из нас, Господь, чтобы наше упование, Господь, было, Господь, не надежда на что-то, а на Тебя, Господь, потому что Ты Бог-целитель, Ты Бог, который защищаешь нас, Господь. Боже, Тебе слава во веки веков. И весь род Божий скажет Аминь. Возлюбленные, я хочу представить вам человека Божьего, который будет сегодня служить нам. Это епископ Сергей Владимирович Горбенко с Омска приехал, чтобы послужить нам. Мы не перестанем проповедовать, а не перестанем приводить людей ко Христу. Поэтому, Сергей Владимирович, добро пожаловать. Драгоценные братья и сестры, мир вам! Передаем огромный привет с Омской епархии, Церкви Христиан Веры Евангельской, наших драгоценных братьев и сестер, которые крепко любят вас, молятся о вас, благословляют вас и скучают по вам. И в это замечательный, прекрасный день мы размышляем над Словом Божьим и призываем силу Духа Святого, чтобы Господь руководствовал каждым из нас, и сердца наши были открыты к Его Слову, чудесному, живительному Слову, которое имеет огромную силу поднять любого человека, кто открывает перед Господом свое сердце. Сегодня мы будем говорить с вами на непростую тему, тему «Секреты последнего времени». Давайте возьмем в свои руки Библию, откроем свое сердце и попросим, чтобы Дух Святой благословил нас. Драгоценный Дух Святой, руководствуй нами, говори в каждое сердце, поднимай нас над обстоятельствами, даруй нам мудрости понимать времена и сроки, гореть для Тебя, служить Тебе, исполнять Твою волю. Спасибо Тебе, великий Царь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы откроем с вами первое место Священного Писания, Евангелие Матфея, 24 главу, 36 стих. Тема моей проповеди – секреты последнего времени. Господь говорит, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Есть некоторые люди, которые говорят, неужели Христос не знает дня своего пришествия. Христос есть Сын Божий и Бог. Он знает все. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Но он осознанно отказался знать дату своего пришествия, чтобы апостолы и любые другие, которые могли бы спросить у него, когда же ты придешь, в каком веке, в каком году, в какой дате это будет. И чтобы этот вопрос остался для нас не просто на календаре, потому что многие люди расслабляются, зная, когда день пришествия, расслабляются, зная, когда кто-то придет спросить их о их уповании, о их отчетности. И много об этом Господь говорил притч. Поэтому Христос отказывается от этой даты для того, чтобы мы с вами находились в системном, ежедневном, каждодневном бодрствующем состоянии, ожидая нашего Господа, нашего Спасителя. И Христос говорит,
нам знамения, которые будут символизировать день приближающийся, когда Он придет за Своей Церковью на эту землю, когда Он поднимет Свой народ, Свою голубицу, когда ангелы Божьи вострубят от одного края земли до другого края земли, и будет громогласный трубный зов, когда Божий народ, рожденный свыше, наполненный Духом Святым, он поднимется навстречу с Господом, где будет брачный пир с Агнцем, и мы станем одно с нашим Господом. И он много об этом говорил в прообразах семейной жизни, когда двое становятся одной плотью, когда жених непорочный, с чистым сердцем, берет чистую, непорочную невесту, и они входят под Божий венец, под Божие благословение. Так и Христос, ожидая соединения со Своей Церковью на брачный пир, мы поднимемся, мы однажды встретимся. Это будет настолько скоро. И мое сердце переполнено в ожидании. Я радуюсь этому дню, когда все так непросто, когда все так сжимается, когда экономика трещит по швам, когда изменились наши привычные образы жизни, богослужения и всего. Но мы знаем, это знамение божественного пришествия. Совсем скоро Он придет за нами. Ну, аминь или не аминь? Конечно, аминь. И вот 24 глава Евангелия Матфея, она говорит нам о том, что Господь предупреждает нас о знамениях и событиях, которые будут происходить. Конечно, эту главу мы часто читали, и лично я думал, о, как долго и как не быстро это произойдет. Когда наступят эти времена? Давайте мы посмотрим с вами на тексты Священного Писания. Евангелие Матфея, 24 глава, 3 стих и ниже. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах, военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я очень рекомендую прочесть 24 главу Евангелия Матфея полностью, погрузиться в Слово Божье и посмотреть, что Дух Святой сегодня говорит Своей Церкви. Мы пойдем с вами поэтапно, и некоторые тексты Священного Писания из 24 главы Евангелия Матфея мы коснемся с вами. И первый из них, это будет 24 глава, 4 текст. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. В последнее время враг дьявол будет рассчитывать на то, что произойдет массовое ослабление во взаимоотношениях с Богом, и люди, которые когда-то различали голос Божий, они вдруг потеряют его, вдруг собьются с курса. И совсем недавно, пару дней назад, один человек с таким переживанием говорил, а как же я, смотря на многих проповедников и служителей, могу разобраться до конца, кто говорит истину, кто говорит не истину. Сегодня мы понимаем, что огромное количество слова, свидетельств, откровений, переживаний, каких-то призывов звучит с экранов телевизоров, интернета, и многие люди дезориентированы. Кому-то хочется чудес, кому-то хочется знамений. Так много разной подделки, много искусственной мистики, каких-то фокусов, которые выдаются за действие Святого Духа. И в этом мы с вами, как Церковь Божья, которая руководствуема Духом Святым, призвана, чтобы показывать истину и открывать глаза многим людям, которые сегодня простодушно настроены, неглубоко настроены в отношениях с Богом. Сегодня мы понимаем, что очень много разных Христов появилось, которые в буквальном смысле говорят, я Сын Божий. Но у нас в нашей чудесной, богатой, бескрайней Сибири такие удивительные люди есть, даже в Красноярском крае, которые заявляют о том, что они являются Сыном Божьим. Но мы в это абсолютно не верим. Мы понимаем, что Христос одесную Отца Небесного и Дух Святой на земле. И совсем скоро Христос придет и коснется Елеонской горы. И мы вместе с Ним будем. Итак, драгоценные, следующее место Священного Писания
мы смотрим на 6 текст 24 главы. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. В принципе, вся история человечества, она погружена в какие-то военные конфликты. Если посмотреть на наш 20 век, как он начинался, Первая мировая война, какое количество людей было вовлечено в процесс войны, и за последние 50 веков 14 500 войн, исследователи посчитали, вот такое скопление, такой сгусток военных действий, особенно в последнее время. В 20 век начинается вот Первая мировая война, 1914 год по 18 год. В участвующих государств в этой войне было 38, и мобилизировано было около 74 миллиона человек. Мы понимаем, что потом было не так много времени, чтобы земля восстановилась, нации восстановились, народы восстановились, и как только они восстановились, сразу грянула Вторая мировая война. Совсем недавно мы праздновали и поздравляли всех ветеранов и говорили: «Победа!» Мы радовались о том, что кровопролитие, насилие прекратилось. Восторжествовал мир на земле, земной мир в его проявлении. Но этим самым мы видим, что 20 век, он был переполнен войнами. И если в Первой мировой войне 38 государств участвовало в этом военном конфликте, было вовлечено в него, то во Второй мировой войне 1938-1945 уже 61 государство с населением, которое было вовлечено в процесс военных действий, это 1 миллиард 700 миллионов человек. Мобилизировано на войну 110 миллионов человек. И после Второй мировой войны в течение 40 лет было развязано еще 260 войн. А за последние 10 лет еще 150 различных военных конфликтов. Да и не секрет, сегодня военные слухи, конфликты, противостояния государств, они набирают обороты. Третье. Мы смотрим с вами на 7 текст Матфея 24 главы. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Я не могу привести сейчас полную статистику, показав шкалу того, что происходит с землей за последнее время. За последние 10 лет, 50 лет, какое огромное количество землетрясений, сейсмических каких-то действий, которые земля претерпевает. По разным причинам. Экологи и многие другие говорят, что происходит с землей, что люди в этом виноваты и так дальше. Но мы смотрим с вами сегодня на статистику, что во всей истории человечества не было столько землетрясений, не было столько гладов, моров, болезней, вирусов и всего-всего. И мы понимаем, что вот если мы смотрим на статистику кризисов, о которых нам говорит, допустим, такая организация, Объединенная Наций. И они говорят, что самый тяжелый кризис, экономический кризис, который грядет на эту землю. Мы ко многим кризисам уже привыкли. Наш Богом спасаемый славянский народ не так-то легко согнуть. Мы крепки, Господь дает нам силы. Но с каждым разом, каждый кризис, он еще больше и больше отражается на жизни, на семье, на экономике и на многом другом. И мы понимаем с вами, что основной кризис последнего времени – это будет даже не нефть, это будет пища. И Писание говорит, будет голод. Голод будет на земле. Это ведь не потому, что люди перестали кушать и у них пропал аппетит. Нет, это потому, что земля будет не способна рождать тот урожай, чтобы покрывать все народы и их потребность. Это мутация в пище. Сколько сегодня людей, которые настроены и готовы платить любые деньги, лишь бы покушать экологически чистый продукт. О, это благословение, это здоровье, это прекрасно. Но сегодня не каждый может себе это позволить. И пусть Бог благословит наше здоровье, благословит наш аппетит и возможность служить другим людям, которые сегодня находятся в нужде. Сегодняшние обстоятельства нашего времени в нашей стране показали, что многие люди абсолютно не готовы, они имеют определенную нужду, вот встретив этот кризис, который пришел.
сколько продуктов, сколько помощи сегодня направлено со стороны государства, церквей, общественных организаций, людям, которые имеют многодетные семьи и разные нужды, которые есть в их жизни. И слава Богу за добрых людей, за людей, чье сердце наполнено милосердием, которые думают не только о себе, но способны покрывать нужды других людей. Слезы текут с глаз многих, когда ты даешь просто какой-то продуктовый пакет и говоришь: «Да благословит вас Господь!» Твое сердце тает, что-то внутри тебя происходит. Ты думаешь, ведь ты не дал какой-то слиток кому-то золота. Это всего лишь крупа, это всего лишь масло, это всего лишь какие-то набор обычной рациона пищи. И это так касается сердец людей. Мы знаем некоторые страны в Африке, которые буквально голод забирает жизни. Как в Египте фараон повелел бросать младенцев еврейского пола в реку Нил, где крокодилы просто съедали сильное поколение мужчин, будущих, которые бы поднимались. И мы слышали об этом, что настолько сильно враг боялся силу израильского народа. Но Бог сверх всего давал эту силу, и народ поднимался и усиливался. И сегодня мы видим с вами, что голод забирает многих. Люди просто в страхе и переживании. Но слава Господу, что Бог не дает сверхсил. Мы верим, что у нас будет способность не только думать о себе, но еще заботиться о других людях. 24 глава, 12 стих говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот здесь это то, над чем церковь должна думать как никогда. Потому что все, что я прочитал выше, упустив некоторые места Священного Писания, за исключением возможности раскрыть, потому что времени не так много, мы видим, что мы не ответственны за голод, мы не ответственны за войны и военные слухи, мы не контролируем сейсмические какие-то проблемы по каким-то горячим точкам земного шара, где происходят какие-то землетрясения, цунами, наводнения и многое другое. Мы за это не ответственны. Но за что мы ответственны? Вот здесь я вижу в 12 стихе, что Писание говорит нам, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И вот здесь я останавливаюсь как никогда, смотрю в собственное сердце и понимаю: так, умножение беззакония – это то, что придет в любом случае. Невозможно мне остановить это. Если мы смотрим на статистику, ну давайте, начало 2000-х годов. Первая страна, Нидерланды, которая приняла на законодательном уровне закон о однополых браках, и это был 2001 год. И впоследствии, если мы смотрим статистику сильнейших государств, экономически сильнейших, стоящих на ногах, на законодательном уровне принимались законы, которые в буквальном смысле слова извращали институт брака. И многие вещи, которые просто внедрялись в наше общество, разлагая его изнутри. Беззаконие начинало умножаться. О, если бы мы с вами понимали, что в это самое время нам нужно усилиться, а Писание предупреждает нас, что по причине, когда будет возрастать беззаконие, во многих охладеет любовь. Это именно то, за что ответственны мы. Апостол Павел не находился в то время, когда Христос не находился со Христом в то время, когда Христос проповедовал об этом и передавал это откровение своим ученикам. Но именно апостол Павел, движимый Духом Святым, во втором послании Фессалоникийцам, первые и вторые главы, и вообще это удивительное второе послание Фессалоникийцам, которое было написано вопреки ложным доктринам некоторых еретиков, которые говорили в то время, во времена Павла, что вознесение церкви, пришествие Христа уже было. И Павел был вынужден, движим Духом Святым, написать это послание в опровержение этой лжи. И когда он писал это послание, он словно дублировал эти откровения Христа из 24 главы Евангелия Матфея. Он прописывал их во втором послании Фессалоникийцам 2 главы. Мы прочитаем с вами только несколько текстов. Итак, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Будто уже наступает день Христов, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели.
противящийся, превозносящийся, выше всего называемого Богом или святыни, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными». Итак, апостол Павел открывает нам три конкретных характеристики знамения последнего времени. Он говорит о том, что произойдет тайна беззакония, отступление массовое от веры, это как раз 24 глава, 12 стих, простите, когда народ Божий, люди, взятые его дел, которые были затронуты Духом Святым, вдруг, я не скажу слово «массово», но я хочу подчеркнуть, что иногда мы удивляемся тому, что мы не ожидали от кого-то. Человек служил, человек любил, он шел за Господом. Что-то произошло в сердце, что-то произошло в жизни. Отступил, перестал исповедовать Христа своим Господом. А может быть даже говорит «верю», но делами своими отрекается от Него. И мы думаем, как это могло быть? Никогда бы не подумал, что с этим человеком и с этой семьей это может произойти. Итак, и третье. Писание говорит, будет взят удерживающий от земли, удерживающий Дух Святой, который сегодня на этой земле не дает сатане открыться в полной мере. Дух Святой, к которому мы приближаемся, Он держит нас в своих руках, не давая нам отступить ни влево, ни вправо. Он держит семьи наши, чтобы мы не разбились, чтобы мы не развелись, чтобы мы не разбежались. Кто-то говорит статистику после пандемии в Китае, когда немножко пришло послабление, и люди пошли на привычные жизненные свои ответственности, то многие говорят, огромная статистика разводов. Побежали в какие-то ЗАГСы государственные. Оказалось, не способны были люди жить вместе в момент, когда несколько месяцев, ну, в Китае, в частности, 78 дней, они были полностью взаперти, сидели в своих четырех стенах, и где был и муж, и жена. Самое время любить друг друга. Самое время возгреть отношения. Самое время смотреть друг другу в глаза и сказать, наконец-то, ну, наконец-то мы можем остаться с тобой вдвоем. Нет, не смогли, разбежались, что-то произошло. И вот социологи сейчас пророчат, что Европа, и Россия и многие другие, как только будут сняты какие-то послабления даны, тоже побегут. А я хочу сказать, если и бежать в ЗАГС, только для того, чтобы расписываться, жениться и иметь благословение. Ни по каким другим причинам не нужно бежать в ЗАГС. Все, один раз там был, больше там делать нечего. Но если только детей своих женить и внуков, да благословит Господь. Итак, что такое тайна беззакония? Тайна беззакония, которая действует уже сегодня, это скрытая бесовская сила, извращающая Божьи заповеди на этой земле, на государственном уровне. Когда сегодня мы просто ужасаемся тому, что происходит в обществе. Насколько морально общество пало. Насколько сегодня происходит в жизни, сдвигаются какие-то парадигмы. И еще кажется, вот-вот-вот, и совсем люди впадут в какое-то разложение. Но для этого церковь остается на этой земле. Для этого Дух Святой сдерживает и не дает Антихристу открыться в полной мере. И наша задача сегодня, когда мы понимаем, что мы не ответственны за то, что беззаконие будет подниматься и возрастать, наша задача – приближаться к Духу Божьему и исполнить все, что Христос заповедовал нам в 24 главе Евангелия Матфея. Он сказал, что Евангелие будет проповедано до края земли, во всей вселенной, и тогда придет конец. Недавно, размышляя на этот текст с молодежью, кто-то мне сказал про каких-то там НЛО. Ну, это же просто НЛО. Вот буквально вчера вечером кто-то мне задает этот вопрос. Что же делать, если мы там встретимся с какими-то инопланетянами на Земле? Я в это не верю, конечно. Я верю, что Земля Богом была создана как единственное место для проживания человечества. Бог для этого сделал абсолютно все. Он чудесно, гармонично сотворил нашу Вселенную. Но если кто-то даже говорит, что существует что-то там и где-то за кулисами видимого мира, если встретишь кого-то, непохожего на людей, проповедуй Евангелие,
пускаются и веруют в Иисуса Христа, у нас другого послания к ним нет. И другими какими-то коннектами с ними коннектиться не надо. Во всей вселенной Иисус есть Господь. Итак, ответственность церкви. В момент, когда все рушится, в момент, когда все выходит из-под контроля, ответственность церкви мобилизировать свои силы в ожидании Христа и приготовления Ему пути, пути на эту землю. Есть хорошее место Священного Писания, находится оно в книге Бытие, 18-19 главы, один из любимых моих героев Библии, Авраам, человек веры. Читая эту главу, я вижу, как Авраам, действуя на то время, 18-19 главы, это действия пророчески указывают нам на нашу сегодняшнюю действительность и реальность церкви. Авраам, который является словно как зеркалом того, что со многими сердцами происходит. Я бы хотел зачитать несколько текстов из книги Бытие 18 главы и пару текстов из главы 19. Итак, 17 стих 18 главы книги Бытие. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский, гоморский, велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И пошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь их? Не пощадишь места сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в этом городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, там найдется 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я еще скажу. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10, и пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Только подумайте, Авраам говорил с Богом, имея на себе такую власть ходатайствовать за целый город. Само событие, которое говорит о том, как Авраам встал пред лицо Божье. За какое-то время до этого к Аврааму пришли ангелы Божьи. Сам Господь посетил Авраама. Написано, что Авраам во время зноя сидел у шатра своего. И вдруг он увидел этих удивительных посланников. Вы помните, как он их встретил, как заботился, как благословлял, как лучшую пищу им давал. О, какая сила странноприимства! И когда они поднялись, чтобы идти в Содом и совершить суды Божьи, Авраам, написано, пошел проводить их. Была такая традиция. Тогда, когда у тебя были гости, ты не просто, они сказали, ну все, мы поехали, мы пошли, мы перемещаемся куда-то, до свидания. Мы пожали друг другу руки, закрыли двери и ушли. Нет, в то время хозяин, который принимал гостей, он выходил вместе со своими гостями и долгое время шел вместе с ними, чтобы провожать. Кто-то говорит, ну, чтобы уж окончательно убедиться, что они точно ушли. Но бывало даже так, что настолько далеко они уходили провожать их, что уже они говорили, ну, теперь уже и до нас совсем недалеко, пойдем уже и к нам. И продолжали праздновать, общаться и иметь отношения. И вот в этот самый момент, когда ангелы Божьи двинулись, вдруг Авраам оказывается в присутствии Божьем.
сердце переполняется дерзновением. И он говорит, я решился говорить с владыкой. Вдруг он осознал, что там, в этом городе, у него есть родственник его Лот, жена, там детки, там же мужья, там целая родственная компания. И первым словом было, он сказал, Господи, пожалуйста, 50 праведников. И Господь сказал, пощажу. И потом Авраам, 45, 40, 30, 20. И потом, когда уже Авраам сказал последнее слово, Господи, 10 праведников. И Бог сказал, если я найду там 10 праведников, в этом самом падшем городе того времени, городе, в котором процент беззакония, процент этой закваски сатанинской настолько поразил общество, что даже 10 праведников не нашлось. Авраам на тот момент, как лицо церкви сегодняшнего времени, как то событие, когда я смотрю на него, он словно пророчески указывает нам на нашу сегодняшнюю реальность. В каком положении сегодня находится церковь, как сила ходатайства, как сила, предстоящая перед Богом в связке с Духом Святым, которого Господь еще на этой земле, говорит, направляет, руководствует, потому что церковь без Духа Святого – просто организация. Человек без Духа Святого – это просто плоть. Но когда нами движет Дух Святой, когда мы в связке с Духом Святым, вспоминайте книга Бытие, первые главы, Дух Божий носился над водой. Последняя книга Откровения, 22 глава, где Писание говорит уже о самом завершении всего Писания. Написано «И Дух и невеста говорят, приди». Другими словами, Писание начинается с силы Духа Святого, который творил землю, который преображал ее. И последний текст тоже говорит, когда вот это произошло слияние, самое настоящее, Дух и Церковь соединились окончательно. И они вместе, едиными устами провозглашают, приди, жених, на эту землю и пожни свою последнюю жатву. Возьми свою невесту на брачный пир, когда Церковь соединится со своим женихом, когда уже Сын покорится Отцу и ангелы покорятся Отцу, когда Церковь после придет на эту землю и будет тысячелетнее царство, и сатана будет связан на тысячу лет, и произойдут совершенно иные события на этой земле. Мы с вами входим в это время. Вернемся к Аврааму. Мы понимаем с вами, вот ставлю себя на место Авраама и думаю, я говорил с Богом, я имею такую силу походатайствовать за Содом и Гоморру. Да, мой мотив – это родственники, я хочу, чтобы все-таки тот удивительный Лот, который в свое время, его пастухи доставили мне много хлопот, остался, может быть, какой-то след в сердце. Но потом мы примирились. И Лот ушел, выбрав себе землю Содома, потому что она была зелена, прекрасна. А я остался в другом месте. И вдруг сейчас я имею силу ходатайствовать за Лота. Торги начались с 50, закончилось с 10. И вот здесь я вижу опасность церкви. Потому что математически, логически Авраам нужно, наконец, точно посчитал. Но 10 праведников там найдется. Потому что, ну, Лот, его жена, уже 2 человека. Но его дочери, которые родились в христианстве, ну, в семье, где почитали Бога и прославляли его святое имя, не идолом, не изображением, а великому Богу, ну, уже там 4 человека. Потом, если дочери в вере стоят твердо, навряд ли они выйдут замуж за людей, которые бы не любили Господа, не чтили его. Уже и мужья туда прибавятся. Ну, а если мужья взяли себе хороших, верных, чистых, благословенных дочерей, значит, они получили прекрасное воспитание, и у них замечательные родители. И еще туда плюсом. Потом еще каких-нибудь пару братьев, сестер. И вот еще думаешь, 10-то человек уж точно будет там. И написано, и Авраам вернулся в свой шатер, доволен, уверен, что когда любой мужчина прожил потрясающий день, была молитва, сила благословения, а еще если зарплата была в этот день, и ты домой пришел, как царь царей, жена тебя встретила в радости и в победе, и ты ложишься спать. И вот эта чудесная улыбка на твоем лице, это не воздыхание, переворот с одного места на другое, в голове рой мыслей, которые не дают тебе уснуть. Нет, это покой, это удовлетворение, это победа. Ты был благословением для семьи, благословением для города. Все, миссия выполнена, я могу спокойно отдыхать. Писание говорит в книге Бытие, 19 главы, 27 стихом. «И встал Авраам рано утром, и пошел на место,
где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И вот здесь мне хочется остановиться. Бог дал нам возможность знать времена и сроки пришествия Христа на эту землю. Бог дал нам знамения, чтобы мы смотрели на них, словно как на божественные часы, которые уже словно без 5:12 Божьих сигналов на эту землю, что совсем скоро придет конец. Все изменится. И наступят времена тяжкие, и будет не просто трудно, но народ Божий, принадлежащий Господу, должен усилиться и действовать, и бодрствовать над тем, чтобы любовь в сердце, она не прекратилась, чтобы мы не впадали в закваски греха и беззакония, не преступали Божьи заповеди, держали своих семей, не разводились со своими женами, не жили для себя, не творили беззаконий, но чтобы любовь к Богу поднималась и усиливалась. А Писание говорит нам, что мы можем от уровня духа перейти на уровень логики. Как Авраам. Он посчитал, ну 10 человек уж точно есть. А вы знаете, он ошибся. И я представляю себя на его месте, если бы я побежал рано утром на то место, где я имел присутствие Божие. И я был уверен, что Содом и Гоморра были помилованы по моей молитве. Как уверены многие, я много сделал для Бога. Я уже много послужил, я уже много крестился, много благословлял, много жертвовал, многим проповедовал. Уже деток поднял, уже где-то во Христе они укоренились. Как-то вот, знаете, приходит какое-то усыпление на уровне самоудовлетворения. Мы ставим себе плюсы и говорим, я достаточно прославил Христа. Теперь уж можно немножко фокус на себя. Нельзя уходить на уровень логики. Наша человеческая математика никогда не будет нам в пользу. Наши плюсы, наши добрые дела никогда не будут нам в пользу, если мы начнем их считать. Давайте Господу предоставим право на небе вознаградить всех, кто втайне для Него трудился, кто последнее жертвовал, кто к последним людям шел, кто отказывался от всякого себелюбия. А иначе, если бы мы сами себя судили, сами себя взвешивали, то апостол Павел предупреждает нас, послание Коринфской церкви, 11 главы 1 послания. Он говорит, мы бы вообще не были судимы. Мы настолько милосердны к себе, что перед пришествием нам бы усилиться и встать, как Авраам, и сказать, Господи, 10 праведников не погублю, 5 праведников. Неужели бы Бог сказал, а вот на 9 я с тобой хочу остановиться. Кто остановил Авраама в ходатайстве за эту безбожную землю? Кто останавливает сегодня нас в наших плюсах и логике, в нашем покое, что мы уже все сделали для Бога? Не останавливайся, Божий человек. Время, которое сегодня стало для многих из нас экзаменами. Да, наша птица, которая летит с 2 крыльями, как эти общие собрания, торжество, праздник, благословение, большой хор, огромное количество братьев и сестер, объятия, любовь, внимание, общая молитва. О, как сильно это поднимает сердце. Но сегодня у нас есть и второе крыло, которым нам тоже приходится балансировать на этой земле. Это твоя личная молитва пред Богом в твоей невидимой тайной комнате, где только ты и я лично ответственны за то, насколько моя любовь будет гореть перед Ним, насколько я буду до конца ходатайствовать за свой Содом и свою Гоморру, чтобы не остановиться, а продолжать свой путь. Я не хочу чувствовать то, что чувствовал Авраам. Уровень разочарования и боли от того, что он увидел дым, который поднимался от места, где вчера светило солнце, и не было никаких проблем. И Авраам с чувством выполненного долга возвратился в свой шатер. Но этот выполненный долг был только в его разуме, а перед Богом нет. Мы не ответственны за голод и мор. Мы не ответственны за землетрясения, за войны и военные слухи. Мы не ответственны за гонения, которыми будут гнать нас и всячески злословить и поносить. Мы не ответственны за всяких лжехристов и лжеучения. Мы не ответственны за это.
мы ответственны за то, чтобы в сердце твоем и моем горела любовь к Богу. И Писание говорит нам, и проповедано будет Евангелие Царства во всей вселенной. Давай сконцентрируем все свое сердце на то, за что мы по-настоящему будем держать ответ перед Господом. Я хочу помолиться за всех моих братьев и сестер. Всем сердцем поблагодарить служителей Божьих, людей, которые всегда идут в связке со своей церковью. Людей, чье сердце во всякие времена горит для Бога, любит Его, стремится к Нему. Для них нет никаких ограничений, проблем и сложностей, потому что они по-прежнему влюблены в своего Господа. Но я хочу помолиться и за тех, кто остыл, охладел, кто в сердце своем допустил и грех, и беззаконие, и что-то начало теряться, уходить. И ты понимаешь, что тебе нужно остановиться и поставить себя прежде на самые справедливые весы твоей совести, чтобы не оказаться по другую сторону брачного пира. Христос грядет, Христос борется за тебя, Христос любит тебя, Христос хочет, чтобы каждый из нас сидел за Его безграничным столом, где будет праздник вечный, где соединится Он со своей невестой, частью которой являемся мы. Может быть, вы слушаете это слово впервые. Может быть, для вас сегодня это вопрос. Что? Что за события? Как я могу познакомиться со Христом? Как я могу влюбиться в Него и служить Ему? Как я могу? Начни с покаяния в сердце. Враг, дьявол, сделал все, чтобы люди продали свое первородство. Враг, дьявол, сделал все, чтобы люди изломали свою жизнь и встали на территорию тьмы. Сын Божий пришел на эту землю, чтобы дать нам спасение и дать нам милость, покаяние, и чтобы твоя и моя душа были в Царстве Божьем. Я хочу помолиться молитвой покаяния, молитвой восстановления и молитвой благодарности. Отец Небесный, прости мне все мои грехи и беззакония, очисти мое сердце, измени мою жизнь. Отец Небесный, стать моим личным спасителем и Господом, я возлагаю свое упование на Тебя и принимаю Тебя в свое сердце, великого Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отец Небесный, я молюсь за моих братьев и сестер, чьи руки опущены, где нет молитвы, где сегодня от их духовной жизни словно дым от Содома и Гоморры, который режет глаза и режет совесть. Дух Святой, восстанови их, благослови их и посети их силой Твоей, там, где они находятся. Аминь. Дух Святой, прими благодарение за братьев и сестер, которые продолжают Тебя любить, Тебе служить, за Тобой идти. Спасибо Тебе. Мы поклоняемся Тебе, великому всемогущему Богу, и говорим вместе с Духом Святым: «Гряди, Господи!» Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.